В Люберецком дворце детского и юношеского творчества для учеников начальной и средней школы торжественно открыли еще одну досуговую площадку под названием «Солнечный день». Здесь ребята каждый день по несколько часов занимаются с преподавателями уроками вокала, хореографии и рисования. Программа летних досуговых площадок действует в городском округе Люберцы уже третий год. Школьники Люберец, Томилина и Малаховки даже в летние каникулы продолжают развивать в себе чувство прекрасного. Ребята каждый день по 4 часа занимаются вокалом, танцами, актерским мастерством, изобразительным искусством и даже фотоделом. Сегодня у нас прошло торжественное открытие нашей досуговой площадки. Но эта площадка работает не только в городе Люберцы, но и в поселке Томилино и в поселке Малаховка. На каждой из этих площадок 30 ребятишек, которые занимаются творчеством в течение всей этой смены. Для церемонии открытия досуговой площадки «Солнечный день» ребята нарисовали плакаты, которые символизировали тот или иной отряд. Каждый день какие-нибудь веселые занятия, там пение по чуть-чуть, там танцев по чуть-чуть. Ну, и каждый по театралке, и нам каждый раз устраивают праздники. У нас 3 смены, 1 смена по 2 недели. А преподаватели признались, что летом не ожидали увидеть такого количества желающих заниматься творческими дисциплинами. Дворец детского творчества проводит работу досуговой площадки в течение 3 лет. И каждый год наши смены полностью наполнены, детишкам у нас очень нравится, и они с большим удовольствием к нам приходят. Работа площадки «Солнечный день» продлится до 17 августа. Педагоги надеются, что в будущем подобных досуговых площадок для школьников в городском округе Люберцы прибавится. Наталья Григорьева, Екатерина Скрижалина, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.